Здравствуйте, дорогие друзья, канал Ирина Дача, я Ирина Красовская, и в сегодняшнем ролике я вас познакомлю с еще одним очень красивым, таким ярчайшим, таким величественным лилейником под названием Спрингфилд Клан. Переведем его название. Спрингфилд – это название местности, ну, а в переводе с английского – весеннее поле. Ну, повеселее будет название ему «Компашка Спрингфилд». Ну, а вы будете называть его, как вам понравится. Итак, оригинатор – триммер. Год интродукции – 2001. Тетраплоид. Листва полувечно зеленая. Высота 102 сантиметра. Диаметр цветка 25 сантиметров. Форма цветка каскадная. Срок цветения ранне-средний. Тип цветения дневной. Образует 25 бутонов и 2 ветви. Расцветка малиново-красная с зеленым горлом. Очень красивый потомок замечательного сорта лилейника Persian Ruby с огромными цветоносами, обильным цветением и высококачественными цветами. Очень красивый такой цветок, представьте, 25 сантиметров, очень большой. Если вам на вашем участке нужно такое яркое, ярчайшее пятно, такое, знаете, чтобы вот привлекало внимание, обязательно посадите этот лилейник под названием Спрингфилд Клан. Цветоносы очень крепкие, очень сильный ветер и вообще сейчас дожди, и он себя очень хорошо держит. Лилейник мой еще очень молод, у него всего лишь один веер, но уже цветет, был посажен в прошлом году, а сегодня у нас начало июля 2022 год, регион Беларусь. Ну, а вы были на канале Ирина Дача, я Ирина Красовская. Подписывайтесь на мой канал, я буду вам рассказывать о всех своих растениях. И я желаю всем удачи!